Что ж, сегодня я скачала еще одно приложение, называется оно Escape Games, как-то так. Я заранее посмотрела в Play Market отзывы о нем, для того, чтобы скачать. Я везде смотрела отзывы. Люди писали, что это очень тяжелая игра, что ее сложно проходить, и все проходят в основном только с подсказками где-то в интернете. Я посмотрела в интернете кое-какие детали, в саму игру я еще вообще не заходила. Что ж, я хочу все-таки поиграть в эту игру, потому что мне просто интересно, но меня пугает эта заставка, какая-то она стрёмная. Я, как уже говорила, посмотрела кое-что там в интернете, какие-то подсказочки, но на самом деле я еще ни разу не открывала игру, поэтому я не знаю, как это будет все представляться. Ого! Так, play. Я не помню, почему оно смещено. Так, по стрелочкам идем. Что ты делаешь? Ой, я что делаю? Ой, инвентарь тут. Так, рука. Я так понимаю, взять. Два пазла это скрепить, раскрепить и... Не знаю, что за лупа. Ну, окей. Так, можно ее только взять. Ну, ладно, потом здесь какая-то вопросик. А, это подсказки, получается. Та-та-та-та-та-та-та. Окей, так. Значит, идем к этому столбу. Ого. Ого, кувалда. Или что это? Или топор. Не разбираюсь. Так, следующее. На дверь направляем, я так понимаю. Кошмар. Так, берем топор, рубим. Кошмар, я скелет застрелил за... кошмары. Я не знаю, как это просто сказать, но я не понимаю, почему скелет, а кровь есть. Ладно, не обращайте внимания, я просто, видимо, под этим, под каким-то влиянием. Что? Ладно, продолжаем. Так, тут какие-то вещи, просто берем все подряд. Ты ничего не забыл? Вопросик. Так, значит, берем, взяла. О, что-то посмотреть надо. Ага. Лопату взяла тоже. Ключ. А, все. Так, значит, бумагу берем, смотрим, что там. Берем ключ, стрелочку. Это как карта. Это как карта, точно, как клад. Так. Берем, я помню, топор. Ой, господи, лопату. И тут где-то на землю направить. Теперь что делать? Там что-то есть. О! Откопалось! Так, берем ключик. И движемся. Так, берем ключ. Легко довольно-таки. Так, тут. Берем все, что видим. Ой, господи, это кто? Зомби какой-то. Баллончик. Ключ! Я думала, я картину возьму. Так, вопросик. О-о-о! Понятно, это только с интернета. Это, получается, подсказки закончились, да? Делай, что хочешь. Так, ну я что-то видела у людей. Я видела что-то с пистолетом. Да, вот, соединить. Один. С ружьем. Господи, дуло прям такое. И в него стрелять. Кошмар. Мне жалко их. Стоп. Так. Убит. Тут ничего больше не взять? Взять. Нельзя взять. Ну, не знаю. Здесь, видимо, математика, что тут можно плюс-минус умножить. Плюс-минус умножить. Допустим, 5 плюс 4, 9, 13. Но я сейчас посчитаю, может быть, что-нибудь придумаю. Я просто не хочу, чтобы видео было слишком длинным. Ребята, это было очень сложно, я очень долго классала, я уже за помощью обращалась к родителям, я не понимаю, я уже вот так просто классала, и наконец-то было понятно, что тут 16 и тут 16. И вот, и тут оно было closed сначала, вот, например, изменим какой-нибудь знак, closed, и вот изменим open, ура, просто, я думала, я никогда не пройду. Дверь открылась.
краски какие-то. О, это будет сложно, я чувствую. Веник, что? О, ну да, это что-то на веник мне напоминает. Тут можно с чем-нибудь скрепить? Где-то я что-то видела похожее. Что-то тут. Тут я точно везде все взяла. Вот, да, книжку, я помню ее. О, ключ, может быть. Оп, открылось что-то. Но только одно. Надо все открыть. Так, посмотрим, что в книге. Да, полено. Короче, это надо скрепить. Надо найти какой-то камень. Пока что не понимаю, что за камень. Сложная игра, но она интересная. У меня идея. А может быть, надо подпалить? Я помню какие-то свечки. Может, тут где-то? Что это за комната? Офигеть, это свечки, это они. У меня идея. Короче, надо найти какой-то камушек. Его с вот этой штукой, я не знаю, что это называется. Как-то надо совместить, огонь сделать, поджечь. Ну, зажечь свечку, а после надо подсветить, наверное, на эти, на цвета, может быть, там как-то проявится цифра. Вот я часто вижу такое. Обалденная игра, просто качайте. Я поняла. Я посмотрела, и оказывается, не надо ничего подсвечивать, надо просто сосчитать вот эти пятна. Надо сосчитать вот эти пятна, цвета, которые разные, и ввести в код. Так. О, да. Два ключа. Это что-то интересное. Надо идти к двери, наверное. К этой. Где она находится? Я не помню уже. Где-то дверь такая находится. Вот здесь, да. Надо попробовать ключи. Отходит. А другой? Уже другой подойдет. Есть. Там какая-то еще дверь. Так. Она все Тедди зовет. Жутко. Вот еще какой-то замочек есть. Не открывается. А другой? А другого у меня нет никакого. Может, еще чем-нибудь подковырять? Оно получается открыть. Это дверная ручка. Тут крутить надо. В смысле? О, открылось. Жутко. Так, собираем это все просто. Ключи, опять какие-то головоломки. Что ж, я поняла кое-что. Значит, здесь у нас есть картина. Здесь внизу написано 1936. Это, как бы, я так понимаю, год. 1936 год. И надо ввести то же самое сюда. 1, 9. Три, по-моему. Шесть. О, что-то открылось. Так, здесь ключ и будильник. Сюда надо засунуть. Опа. А где инвентарь мой? У меня обычно тут инвентарь высвечивается. Значит, беру карту. Где я тут? Сюда. И куда-то я его сюда вставляю. Так. Что происходит? Открывается дверь. Это я? Буква Z. Мне кажется... Оп. Это что? Мне кажется, сюда надо как-то какую-то свечку поставить, что ли. Но я тут еще поброжу, посмотрю, может быть, что-нибудь пропустил, может быть, и где-нибудь камень найду. Я не знаю, может быть, тут что-то есть. Вот что вот с этим вот делать? Бесит, серьезно. Вот где тут, может, что-нибудь, какие-то полоски есть. Здесь только вот это открывается и это. Стоп.
А может, оно как-то связано? Может, надо что-нибудь сделать такое же? Ничего не получается. О, открылось. Что? Камень! Классно. Обалдеть, не понимаю, как в шкафчике может быть камушек. Так, теперь это полено и сено. Почему оно не соединяется? Ладно, вот это и вот это соединим. О, да, есть, оно соединяется. Ну, должно было тоже соединяться. Ладно. Так. Камин. Обалдеть. Может, получится сейчас смешать? А если... О, я взяла сено и туда положила. Классно. Вообще, надо его... Так, надо прочитать книгу. Может, там что-нибудь будет поподробнее написано. Значит, полено и сено. А, теперь полено. Или это не полено? Я не пойму. О, да, по-моему, получилось. Да, я получила. Огонь! Огонек. Так, теперь я понимаю, надо свечку зажечь. Замечательно. Теперь ее надо куда-то положить. Сюда, может быть, куда-нибудь. Девочка. Кошмар, там был призрак. Она вот тут стояла. Ладно. Может, куда-то надо пойти? В какое-то темное что-нибудь, я не знаю. Здесь все закрыто. Надо что-то, мне кажется, в что-то... Куда-то в темное что-то пойти. Чтобы посветить, я не знаю. Тут... Да-да-да-да, е-е-е. Так, а что тут? Тут какая-то деталька. И все? О, книжка какая-то. Так, я надеюсь, в книжке что-нибудь написано. Будильник у меня есть только. Бомба! Это бомба, по-моему, мне кажется. Значит, вот это надо соединить с вот этим. Не. Как-нибудь. Ну, здесь еще не все, я так понимаю, да? Ребят, я просто напрочь забыла про ключи. Я открыла два замка, а один я забыла открыть. Я забыла про эту дверь. О! Что ж. Здесь мы все взяли в этой комнате. Теперь надо что-то делать с волком. Я его попробую еще раз... Да, есть. Ружье зарядилось. Теперь можно убивать. Так, и дальше. Кошмар, это кто? Страшно так. Часы. Здесь код 1, 7, 5, 1, 6. Есть. Череп. Фуф. Так, опять кодовый какой-то замок. О, новая дверь. Здесь у меня есть вот эти штуки. Значит, это часы, не часы. Как-то еще можно соединить? Нет, наверное, ничего больше не надо. Так, меч. О-о-о. Так, здесь что-то такое похожее. Я уже играла в такое. Ключ. Дверь. Кошмар. О, май гад. Все вроде бы. Череп тут не надо на место вставить. Кошмар, это гроб. Значит, здесь вставляем красную, да? Нет. Не совмещаем, ребята. Вставляем. Вставиться должно. Так. Здесь часы. О, колечко. Надо совместить. Нет, тут почему-то оно не совмещается. О май гад.
Ладно, в эту игру можно действительно играть бесконечно. Здесь очень, видимо, много разных прохождений. Я в нее буду дальше играть. Но я думаю, надо уже закругляться. Если вы будете думать, скачивать или нет, скачивайте, очень классное приложение. Я подобных вообще не видела. Очень интересное. Что ж, я надеюсь, этот небольшой кусочек по прохождению игры вам помог. Ну и на этом я заканчиваю это видео. На этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Что ж, мне приятно было провести время с вами. Надеюсь, как и вам со мной. Всем пока!